Девочки, доброе утро. У нас раннее утро субботы, мы собираемся выезжать. Едем мы к сестре, к моей, к ее мужу на юбилей. Ой, волнительно, как обычно, перед дорогой. Сережа где-то поехал машину заправлять, я тут сумки собираю. Хочу вам показать, что я беру с собой. Я беру с собой тортик, сделала такой небольшой, простенький, домашненький. Также я замариновала оливки, сделала смесь черных и зеленых, то как любят, две баночки антипасти. Беру с собой мои любимые багетики с луком, они в общем очень вкусные, потому что я беру еще с собой икру и вот этот сырочек. Торт не помещается в этот холодильник, вот эта тортница, делать нечего, придется где-то так в машине на пол поставить. Ну, ехать где-то 2,5-3 часа, я думаю, что довезем. Плавно перемещаемся к двери, сумки уже собраны, сейчас будет еще одна сумка. Едем мы в Бойценбург. День рождения будем отмечать на даче, и погода такая, то ветер, то солнце, то дождь, и вечером все равно будет прохладно, поэтому берем много с собой теплой одежды, чтобы там потом родственники не искали, чем нас утеплить. Все берем с собой. У меня к вам вопросик, а не хотите ли эфир в понедельник вечером? Есть у вас время поболтать? Если есть, то пишите. И еще, мои хорошие, у меня появилась такая идея. Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, на которые вы хотите услышать ответ, вы тоже пишите под этим видео. И на прямом эфире я буду отвечать на ваши вопросы. Всем всего доброго, хороших выходных. Пока-пока. Не забудьте написать.